Приветствую всех домашних мастеров и любителей инструмента. В этом видео посмотрим цену на мини-фуговальный станок на основе электрорубанка 220 вольт 1000 ватт в магазине AliExpress. Заходим на сайт «Поиск ручных электроинструментов» по ссылке под этим видео. Нажимаем кнопку «Посмотреть цену». Цена актуальна на 21 марта 2019 года. Стоимость такого станочка $48. И доставка, естественно, платная в Россию. $46.76. Общая стоимость будет $94.76 для России. Ну, такой станочек, если захотеть, можно и самому придумать. Но я считаю, вот такие деньги можно заказать уже готовый, потому что он выручит всегда домашнего мастера, даже в квартире. Всегда можно что-то прострогать. Маленький, компактненький, удобненький. Разбираешь и работаешь как просто рубанком, или же как стационарно. Но это уже каждый смотрит сам, что ему нужно. Итак, смотрим теперь стоимость доставки в Беларусь. $8.49. Так. Казахстан. $58.39. Украина. $90.98. Ну вот такой разброс в разные, с нарастающей, да, доставка в каждый регион она своя. Но плюсуем к $48 и получаем общую стоимость с учетом доставки, каждый регион свою. Да, станочек этот в принципе сделать несложно, если вы домашний мастер. Но если вы в квартире, то есть резон заказать сразу же такое и все. Ну, если нету возможности, как, допустим, мастерская какая-то, сварить что-то там и прочее, своими руками сделать. То есть можно заказать и все дела на этом. Но это мое личное мнение. Вы были на канале «Поиск ручных электроинструментов». Это действительно удобный шопинг для всех домашних мастеров и любителей инструментов.